Команда «Принёмання» рыхтуецца да міжнароднага чэмпіянату рабочых прафесій WorldSkills. Грузінцы ў складзе нацыянальнай каманды ў чацвёрты раз прымуць удзел у сусветным конкурсе прафесійнага майстэрства. За званне самага лепшага ў кітайскім горадзе Шанхай будуць змагацца лепшыя прадстаўнікі многіх спецыяльнасцяў. Зараз у Беларусі ідзе актыўная падрыхтоўка да ўдзелу ў маштабным праекце. Ірына Юшкевіч раскажа. Яны кладуць плітку, рамантуюць аўтамабілі і сантэхніку, стрыгуць і гатуюць. Удзельнікі конкурсу прафесій за некалькі гадзін выконваюць працу, якая па стандарце разлічана на некалькі рабочых змен. В данном щите надо собрать схему силовую, так и осветительную, затем запрограммировать логическое реле, которое будет управлять данным макетом. Андрей, калі паступаў у грузінскі электратэхнічны каледж, наўрад ці уяўляў сябе героем сюжэта. Усё змяніў удзел у WorldSkills, які для маладога чалавека стаў прафесійнай мэтай. Як і для амаль сотні іншых удзельнікаў абласнога адбору, які праходзіць па 31 кампетэнцыі. У іх ліку новая – кузаўны рамонт аўтамабіля. Адказ арганізатараў на высокі запыт на удзел у конкурсе. Ребята выполняют разные задания. Первое задание было в виде сварочных работ. Им надо было устранить дефект на поверхности, и это уже оценивалось нами, экспертами. Вот. Второе задание – это производят рихтовочные работы. В данном случае вот пробита дверька, и они должны устранить вот это повреждение для того, чтобы можно было дальше шпаклевать. Команда нашей краины до международного руху WorldSkills долучилась 7 годов тому и уже двойчу узнималась на профессийный Олимп. У 2017-м у Объединенных Арабских Эмиратах у белорусов 29 медалей. Золото принесли технологии моды студентки Гродинского колледжа Вольги Кушнер. Дякуючи высоко узнятой планцы, першим трапить у республиканскую команду лепших у профессии, каждый удельник проходит жесткий отбор. Спочатку у своей навучальной установе, затем у в области. Проводится областной этап конкурса профессионального мастерства, в котором Гродненская область представлена в 31 компетенции. Это такие компетенции, как технология моды, кузовной ремонт, электромонтаж, кирпичная кладка, также эксплуатация сельскохозяйственных машин и другие. Пераможцы национального чемпионата, имена яких станут вядомы не ранее, чем про 3 месяцы, распачнуть подрыхтовку до финалу. Чарговое 46-е международное спаборництво сярод профессионалов пройдут у 2021 году у китайским Шанхае. Звание лепшего будут отстоивать будовники, инженеры, робототехники, цирульники и многие иншие. Гродинцы у складе национальной команды отправятся змагаться за медали у 31 номинации. Как поделились наши конкурсанты, яны мают твердый намер показать усяму свету, что лепшие профессийные майстры працуют у Принёмання.